Искали, труп нашли без головы. 10 дней его ебали. А теперь ебите вы. Ну и стишок про мат. Роскомнадзор назвал 4 слова, которые нельзя употреблять. Ну вот опять. Приплыли, значит, снова. Читатель ждет, конечно, рифмы, блядь. Ну что ж, бери, а на душе хуёво, душа болит, пустая, нечиста. Ведь если уж вначале было слово, то или ебля, или же пизда. Пойду гулять, разглядывая урны, забору расскажу, как на духу, что сами вы, ребята, нецензурные, а вовсе непростое слово «хуй». Нам остается только веселиться. Спокойно продолжаем разговор. И если захотим поматериться, то тихо скажем вслух: Роскомнадзор!